Мне такая штукенция солетет. Такая штукенция приснилась. Питон, наверное, не знаю. Ну, да, что-то такое, только маленький, да? Да ну как маленький. Ну. Хватает, по-моему. Не, ну конечно, они там бывают какие-то до 5 метров. Да этот, кстати, тоже 1.3 метра есть. Ну да. Это он так свернут в клубочек. О, не черепашки. Еще даже надписи нету, ты видишь? Ну, то есть продолжается реконструкция. Черепашки. Это камешки. О, а вон тебе эти лемуры фериката. Мне нравится этот зверь, пожалуй, хочу себе его домой. Что это такое? Вот именно. Беги, опа, там, беги, опа. Где? Ох ты! Как он зовется? Лемур. О, а вот тебе крокодил. Ёлки-палки. На приеме у стоматолога. Не может быть. Да не может быть, да неужели такое? Приблизь сам, горло попробуй. Вот ты вот аларинголог, елки-мотал. Да я не знаю, я вообще без понятия, как они спят. Может... У него даже языка нет. Хорошо, сынок, ты прав, я с тобой согласен. Это же, знаешь, как эти... Ну, понятно, по крайней мере, как это должно быть. Ой, а у нас тут вообще раздолье. Осторожно. Утята. Ну это такой же, как у нас возле дома, в пруду. О, ты посмотри, какой у нас там фонтанище. Ниагарский водопад, целый. Люди похожи на нашу путешественницу, а я всегда, а кто тут живет, а кто тут живет, а кто тут живет. Это, конечно, Самара. Колонна, красота. Ну, животных не вижу. Ну, разве кто-то через бортик перекинется. Ну ладно.